Умер снятый с рейса из-за запаха российский музыкант. Музыкант Андрей Сучилин скончался после борьбы с серьезной инфекцией. Об этом на странице Сучилина в Facebook сообщила его подруга Лидия Тиханович. Женщина попросила друзей музыканта помочь ей с организацией похорон. По данным РИА Новости, Сучилин умер от некроза тканей. Перед смертью он проходил диализ, но, по словам Тиханович, уровень инфекции оставался высоким, его сердце, легкие и почки не справлялись. 15 мая музыкант рассказал в соцсети, что планирует отправиться на Канары. 30 мая он сообщил, что голландская авиакомпания сняла его с рейса из-за неприятного запаха, посадив самолет в португальском Фару. Он заявил, что отловил заболевание, которое молчим, как и почему делает человека весьма вонючим. Позже музыкант попал в реанимацию. По словам Тиханович, первоначально врач в Испании сказал Сучилину, что у него обычная пляжная инфекция, с которой справится антибиотик. Андрей Сучилин был учеником гитарной школы Фриппа и лидером одной из московских арт-роковых групп 80-х до мажора. Пожалуйста, пишите ваше мнение в комментариях и обязательно подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех самых последних и интересных событий. Давайте почитаем несколько комментариев, опубликованных на официальном сайте rambler.ru. Мистер Абцент пишет: «В такой ситуации музыкант это или сантехник не столь важно. Имея такие симптомы, наверное, не стоит летать по миру, а нужно лечиться в стационаре». Эдуард Ланшин пишет: «В состоянии некроза тканей самостоятельно на борт самолета подняться?» Михаил: «Ага, и еще чтобы лететь на Канары». Сёма Штольц пишет, что это ужасно и первый раз такое слышит. Савушкин продукт пишет: «Статья в духе Рамблера. Что-то пахло, чем-то заразился, какая-то инфекция где-то, почему-то как-то неопределенно, но зато сенсационно». Ну, на самом деле, действительно, Рамблер любит ловить хайп на каких-то неопределенных статьях. Бабушка Удава пишет: «Сёма, скоро мы все услышим, какими экзотическими болячками наградили наших Наташек импортные женихи на Мундиале. Думаю я, что там одним гусарским насморком явно не обойдется». Наталья пишет: «Неважно, куда и зачем он летел, сантехник он или музыкант, а важно то, что он человек, и он умер. Соболезную его семье». Безусловно. Все мы приносим свои соболезнования. Дюш и Майский пишет: «Когда уже некроз, так не до полетов. И как из больницы отпустили. История, покрытая мраком. А летел-то не домой, как я понимаю. У самого-то есть понятие, какие-то запах при некрозе, даже небольшого участка тела, и то уже вонь». Вася Васькин пишет: «А у нас страна гуманная, бомжей с рейса метро не снимают, просто бомж входит весь вагон, выходит почет». Игорь Сидоров пишет: «Заразился в демократической Португалии, где его отказались лечить. Это вам не совок, где всех иностранцев лечат бесплатно за деньги налогоплательщиков». Пожалуйста, пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на канал.